Всем привет, друзья! Сегодня я хотел вам представить обзор на новинку от компании Sien, модель под номером 35507, модель британского грузовика. Вот вы видите его сейчас на экране, красивый красочный боксарт. Открываем коробочку, а там у нас коробочка. Коробка с плотным картоном, пакет с литниками. Инструкция и декаль. Декаль выполнена на новой бумаге. Новая бумага, она прекрасно переклеивается, переводится и не доставляет проблем. Далее у нас инструкция в виде журнала формата А4. На первом у нас листе показаны технические характеристики прототипа. На всех последующих уже наша сборка. Тут литники. Компания Sien, мне очень нравится инструкция. Каждый шаг очень подробно расписан. И это облегчает сборку как опытного моделиста, так и не очень опытного моделиста. Каждый шаг все подробно показывается, что, куда, и это очень хорошо. Сборка кабины, далее сборка кузова, ну и непосредственно варианты окраски. Это у нас Франция лето 44, Германия май 45, далее лето Великобритания 45 и Малайя лето 45 год. Дальше следующий у нас — это наши литники. Класс! У нас здесь имеется платка травления. Спасибо вам большое, компания Sien. Уже не первая модель, в которую компания Sien вкладывает платку травления. И это очень радует за такие приятные бонусы. Ну, тут у нас на платье какие-то сетка. Не знаю, наверное, для радиатора, скорее всего. Вот, ну и какие-то несколько деталей в инструкции, я думаю, что про это все сказано. Дальше. Следующее у нас остекление. Остекление компании Sien мне очень сильно нравится. Все четко сделано, стекла все пролиты шикарно. И через них все видно. Поэтому, если вы будете уделить больше времени, больше, скажем так, внимание на внутренности модели, то через остекление все будет, да, все четко, без каких-либо дефектов, все будет четко видно. Дальше следующий элемент — это у нас колеса. Тут хочу тоже, что колеса выполнены на высочайшем уровне. Есть вот тут микро дефектик. Ну, прям сейчас все, нету дефектики. Все шикарно сделано. Отлиты колеса шикарно. То есть, ну, на уровне. Даже я бы, наверное, сказал, на уровне с моим. Потому что, ну, действительно высочайшего уровня. То есть сделано колеса, хоть и не резиновые, но модели они будут только украшать. Дальше следующие у нас пошли наши ледники. Два ледника с колесами, как видите, дефектов на данных ледниках нет. Все хорошо и чистенько.
Дальше следующий у нас литник. Ну, тут детали кузова. О, ничего себе, как классно. Все болты тут, все отлито шикарно. Понравилось качество. Так, ну и на остальных деталях каких-либо дефектов я не обнаружил. Да, плата травления, она будет идти на решетку радиатора. То есть, тоже респект, спасибо вам за траву. Это очень порадовало. Дальше, следующий. Литник это у нас также кузов. То есть, ну, тут все четко, что сделаны все доски, все болты, клепочки, все это видно. Так, мелкие детали без каких-либо дефектов отлиты. То есть проблем тут дальше не достанется. Нет, не будет проблем при сборке. Дальше у нас здесь есть два литника. Они абсолютно одинаковые. Не знаю почему, но, наверное, так надо. Так, ну что тут сказать. Делал обзор по одному, так как они абсолютно одинаковые. Здесь хочу обратить внимание на что. На данном литнике большое количество мелких деталей. И все они пролиты на пятерку. Даже, можно сказать, на десятку. То есть все круглые детали, они круглые. То есть, ну, никаких проблем они не доставят при сборке. Ну и уверен, что стыкуемость деталей также будет отлично. Толкатель на внутренних частях элементов. Дальше последний литник. Это у нас тоже большое количество мелких деталей. Также хочу обратить внимание на то, что присутствует у нас здесь двигатель. Поэтому я думаю, как вариант, что данную модель можно сделать, изобразить. Может быть, там как-то кабину открытой, потому что двигатель, судя по всему, будет находиться под кабиной. Получается, кабину, наверное, можно сделать как-то откидной или как, не знаю. Надо посмотреть более подробную инструкцию. И, в общем, если уделить внимание больше внутренним частям, то есть двигателю, всего, то можно сделать просто шикарнейшую модель. Так, ну и здесь тоже каких-либо дефектов не обнаружено. Друзья, если вы собираете 35-й масштаб, британский грузовик, не британский, просто 35-й масштаб, то я бы сказал, что данная модель должна быть обязательно у вас на полке. Всем спасибо, всем пока.